хочу вам открыть одну очень страшную тайну, о которой все догадывались, но у нее не было документального подтверждения. Теперь это подтверждение получено. В Антарктиде действительно были базы гестапо. А были они там потому, что под ледниками Антарктиды был погребен НЛО. И последний оставшийся гуманоид-рептилоид рассказал конструкторам гестапо о том, как сделать самый лучший в мире пистолет. И это П-38. Почему это документальное доказательство? Да потому что ни один человеческий разум не способен создать такое странное и конструктивно непонятное оружие. Поэтому без рептилоидов создание этого оружия явно не обошлось.